Да, так сказать. А, кстати, про плов я говорю. Ты плов любишь, Дельшо, да? Ну, смотря какой плов, я привередливый к плову. Вот. Ну так. Да, если это чисто на думбе, ну, на курдюке, бараньем, чисто бараньи курдюк, я люблю такой плов. Кстати, Вот. наш Побольше брат. моркови, там вот, я люблю такой плов. Да, наш брат, ты еще не пробовал плов Руслана. Такой плов он делает, брат. Представляешь, кавказец плов готовит. Знаешь, такое было? Ну все, Он один раз. тогда челлендж я кидаю, кто лучше плов Да. приготовит. Да, он один Камиль не раз сказал. готовит плов, Камиль не готовит, он зовет кого-то, чтобы готовил плов. Покушает, да? Покушает, Мы да. профессионального повара позвали. Ну, брат, он приехал на последние выходные, Руслан приехал в гости, мы там позвали профессионального повара. Но, кстати, Руслан такой плов готовит, брат. Он, короче, ну, лет, не знаю, там 10 тому назад или там 12. Он звонит, говорит, приедь, короче, говорит, я плов буду делать. Я говорю, хорошо, все, говорю, приедь домой, короче, говорит. Он домой позвал. Я сейчас еду за рулем. Ну, мы же как? Мы же азиаты, уже разные пловы, чуть-чуть такие это, да, можно сказать, избалованный, какой плов кушать. Я говорю, он кавказец, говорю. Он какой сейчас плов подготовит? Наверное, кашу сейчас пойду, сейчас буду кушать, говорю. И приехал, чего за плов? Еще один раз мы ехали, я, Мухаммад Наимов и мой брат Далер, он тоже нас позвал на плов. Я ему рассказываю, говорю, такие. Вот этот, я извиняюсь, который вот, как он называется, его канал, который ведет, да, канал, спортканал, да, Кто, кто? спортивный. Кто? Далер, это который спортивный канал ведет или нет? Не-не-не, Далер Латипов, они друзья Инстаграм. там с Я понял. Шахадом очень Другой версия. друзья, они этот всегда вместе. А, да, и мы едем, я говорю, такой сейчас плов будет. Он говорит, да не, говорит, я говорю, если он такой сейчас плов готовит, говорю, вот узбеки, таджики, ну, повара обычно оттуда же там плов готовят. Я, наверное, они просто будут нервничать, когда будут кушать плов Руслан. Ну, машалла, он сам готовит, он уже несколько часов сам готовит. Я так пару раз с ним пошутил, я говорю, смотри, рынок сейчас плохо, говорю, насчет траковой, да, давай, говорю, откроем, короче, ты будешь плов готовить, короче, плов у Руслана, короче, ресторан, бизнес. У нас пойдут, говорю, давай, Ну, Камиль, конечно, здесь преувеличивает, что прям такой мощный плов, да, но, кстати, первый раз, когда у нас дома как готовили плов? Опять же, вернусь к тому, что наши бабушки и там родители, они с Азии переселяли туда, то есть, ну, научились там плов и так далее. Но как это, чуть каша была, у нас такую чуть кашу готовят, не такой вообще плов. И мое понятие о плове было, я как бы особо не любил плов, ну, как бы там рис, мясо, да, не понимал вообще, что это такое. А тут уже, когда приехал, чуть так раз с азиатами там-сям пересекаешь, плов, плов, плов. Думаю, что за, ну, почему постоянно плов говорят так? Не понимал, не понимаю. И один раз, вот, кстати, таджик, один парень был, брату здесь в Нью-Джерси, ну, это еще до Колорадо, там, я не помню, когда только приехал. И он говорит, я там приготовлю плов. Блин, что за плов? Почему так они говорят плов? Ну, давай, говорю, приготовь, мы посидим, покушаем. Он позвал нас, приготовил плов. И я когда покушал этот плов, я думаю, это вообще не то, что мы кушали все время. И вот с тех пор мне я полюбил плов, и мне как-то вот интересно было. И вот я начал чуть там практиковать, да, там учиться, как готовить, да, и как бы, ну, такое хобби, да, там иногда люблю там на выходных приготовить плов. В казане, на казане, да, там на костре. Костре. Ну, Вообще, позвать близких. насчет Кавказа я не слышал, но я знаю, что, например, армяне, азербайджанцы плов тоже считают своим национальным блюдом. Вот. А на Кавказе, наверное, не плов, там у кого-то хинкалы, у кого-то там еще что-то, но не плов, да, Не-не, наверное. у нас такая, особенно у нас, ну мы-то там в горах, у нас такой simple еда была, там мясо, вареное, шашлык, все там, и вот хачаны у нас готовят, да, то есть как такие, как пироги, да, там с картошкой, с сыром, да, такие делают, все, больше особо, это основные Да, такие эти, да. такое, да? Или как же оно Вот называлось? бешбармак у нас, да, как вот Здесь хачапури бармак, бармак есть, когда да. вот что-то такое, да, тоже есть, вот как хинкал, это примерно одинаково. Вот такие обычные, такие обычная еда такая, да. А плов это уже там, ну, наверное, в Азербайджане, да, готовят, у нас нет. А, чуду еще есть у Да, них. да, вот хачаны Хорошо. как чуду, да. Вот у нас у карачаевцев хачаны, в Дагестане это чуду, одинаково, да, примерно похожи. Не. Yes.